Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые врачи-стоматологи и ассистенты врачей-стоматологов. Я рада снова вас приветствовать. Скажите, пожалуйста, а как часто вы проводите разбор ошибок после окончания стоматологического приема? То есть врач и ассистент. А как правильно делать, как надо делать, как не надо делать? Или вы это обсуждаете на стоматологическом приеме прямо при пациенте? Мы предлагаем вам прослушать вебинар по работе ассистента-стоматолога. Называется он «Топ ошибок». Всю работу ассистента-стоматолога можно разделить на 13 аспектов. О каждом аспекте можно говорить и можно говорить очень долго. Так вот, мы с вами на этом вебинаре разберем ошибки в каждом из аспектов. Как надо делать, как не надо делать, как правильно делать. Также мы с вами поговорим о максимальной цели участия ассистента в стоматологическом приеме. Я уверена, что вам будет интересно. И также я уверена, что вы возьмете в практику для себя очень многое. Ведь зачастую мы из раза в раз, изо дня в день совершаем одну и ту же ошибку и считаем, что это норма, что это правильно. Но, тем не менее, услышав и поняв, осознав, что что-то вы делаете неправильно, вы можете исправиться и начать работать совершенно по-новому, с новыми знаниями. Давайте с вами встретимся на вебинаре. Вебинар будет длиться 2 часа и разберем с вами все ошибки во всех наших 13 аспектах. Я уверена, что вы узнаете много нового и интересного, которое сможете воплотить в практику. До встречи!